сейчас пока можно. С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием западным, там уже не осталось советского оружия. Если переподготовку пройдут военные, с другой стороны, также будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными. Поэтому остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Тема нашего сегодняшнего мероприятия – надо начать переговоры. Именно сейчас, а не позже. Этим же западным представителям, с которыми я общался, мы обсуждали этот вопрос. Я всегда просил, умолял, сейчас, а не завтра.